Дворец культуры нефтехимиков заканчивает нынешний сезон выступлением губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии. Концерт состоится 19 мая в 15 часов. В программе как уже полюбившиеся композиции, так и новинки. Где будет звучать 10-я симфония Моцарта, которая не очень часто исполняется, и концерт для гобоя с оркестром. Это вообще первое и уникальное исполнение. И солист Гомбо Ганбаатар, это наш монгольский виртуоз, это вообще выдающийся музыкант, и участие такого уровня музыканта – это всегда событие для нас и для любителей музыки. Это будет не первый концерт губернаторского симфонического оркестра на сцене Дворца культуры нефтехимиков. Коллектив под управлением Илмара Лапинша только в этом году трижды выступил перед ангарчанами и всегда собирает полный зал любителей классической музыки.